Седьмой класс, 36-я серия. Решение задач. Задача первая. Сколько решений имеет система уравнений? Это система из двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Коэффициенты при x – 4 и 3. Коэффициенты при y – 5 и минус 4. Надо найти главный определитель системы. 4 надо умножить на минус 4, это будет минус 16. И из этого произведения вычесть произведение чисел 3 на 5. Так, получится минус 31. Это значение отлично от нуля. Значит, данная система имеет единственное решение. Задача вторая. 5 чисел относятся между собой как 1 к 3, к 5, к 7, к 9. Найдите большее число, если разность между суммой 4 и 5 и суммой 2 и 3 равна 32. Давайте наименьшее число обозначим за x. Тогда второе будет 3x, потом 5x, 7x, 9x. Сумма 4 и 5 – это 7х плюс 9х. Сумма 2 и 3 – 3х плюс 5х. Если из одной суммы вычесть другую сумму, значение разности – 32. Решая это уравнение, находим значение х. Х равен 4. Наименьшее из этих чисел – это число 4, а наибольшее из этих чисел 9х. 9 умножить на 4 – 36. Ответ – 36. Задача третья. Лодка развивает скорость в стоячей воде 25 км в час. Рыбак проплыл на ней против течения реки 6 часов, затем вернулся на прежнее место за 4 часа. Какова скорость течения реки? Обозначим за x скорость течения реки. Когда лодка идет против течения, скорость 25 минус x против течения 6 часов. И потом точно такой же путь лодка проплыла по течению реки со скоростью 25 плюс х и 4 часа. Решая уравнение, находим значение х. Х равен 5. Скорость течения реки 5 км в час. Задача четвертая. В ящике 10 белых, 15 черных, 10 синих и 15 красных шаров. Шары на ощупь неотличимы друг от друга. Шары берут в темноте. Какое наименьшее число шаров надо взять, чтобы среди них обязательно было 6 шаров одного цвета? Все равно какого цвета, главное – одного цвета. Что будет в наихудшем случае? В наихудшем случае будут взяты вот все шары по 5 каждого цвета. 5 белых, 5 черных, 5 синих и 5 красных. Вот 4 цвета и каждого цвета по 5. Взято 20 шаров, и может получиться так, что среди них нет 6 шаров одного цвета. Но зато, если взять еще один шар, обязательно будет 6 одного цвета. Либо 6 белых, либо 6 черных, либо 6 синих или 6 красных. Итак, наименьшее число, при котором обязательно будет 6 шаров одного цвета, это 21. Ответ 21. Задача пятая. Через точку К, взятую на АБ, треугольник АБС, проведена прямая перпендикулярно АП и пересекающая АС в точке Д. Известно, что угол КДП равен углу КДА.
Длина стороны АС 30 сантиметров, а БС 15 сантиметров. Надо найти периметр треугольника БДС. Так, прежде всего давайте рассмотрим треугольники АКД и треугольник БКД. Эти треугольники равны по стороне и двум прилежащим углам. Если треугольники равны, значит АД, длина стороны АД равна длине стороны БД. Так, надо найти периметр треугольника БДС. Это сумма длин сторон. БС плюс БД плюс ДС. Длина стороны ДБ такая же, как у АД. А если к АД прибавить ДС, то получится АС. По условию задачи БС 15, АС 30. Ответ 45 сантиметров периметр треугольника БДС.